Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать троллить друг друга в Майнкрафте, да. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга, только благодаря вам мы продолжаем записывать этот троллинг. Ой, прям какой активный Евгений у нас Роллинг. Сегодня. Ребят, да, чем больше лайк наберем, тем больше серий с троллинга будет выходить, поэтому прямо сейчас поставьте огромный лайк, да? Да? Да! Да! Поехали! Я бы сказал, что пи... Да! Погнали. Давай! Да. В общем, не знаю, что с нами сегодня происходит, честное слово. Но, ребята, в чем будет заключаться мой троллинг в данной серии? Я пересмотрел сериалов, поэтому у меня больше идей не было, как построить для Жеки такую небольшую серию... сюжет... и серии сверхъестественное. Ребята, это не скажу, что прям мой любимый сериал, но один из любимых, да? Я просто фанатею по этой всей фигне, там, демоны, ангелы и вот эта вся фигня. Поэтому, ребята, вы также можете написать в комментариях, какой ваш самый любимый сериал. Может, я прочитаю ваши комментарии и начну смотреть именно ваш любимый сериал, потому что я уже не знаю, в чем мне смотреть, честное слово. Поэтому в данной серии у нас будут и демоны, и призраки, и изгнание демонов, и заклинания, и многое другое. Не буду вам рассказывать точно и подробно, что у нас сегодня будет, но... Жеке придется не очень так хорошо. Короче, плохо Жеке будет. Как обычно, в каждом моем троллинге. Поэтому, ребята, давайте будем меньше разговаривать, больше дела. Сначала пойдем к Жеке, пройдем его троллинг как можно быстрее. И потом вернемся сюда, обратно. Да, поехали. Ну шо? Ну что, Эдисон, я даже выходить с троллинга не буду, ты заходи. Да почему? Заходи. Поприветствуй меня, иди сюда. Нет, Эдисон, я уже вживаюсь в роли. Хорошо. Я пришел. АДК! Оля! Буру! АДК! Оля! Чё за... Ай-яй-яй! Что это такое тут за незнакомец пришёл, да? Ой, ребята, давайте в футбол играем. Короче, я немножко выйду из роли. Ты попал в свой дом, и расскажи немножко, что у тебя происходит возле дома, чтобы просто люди понимали, что сейчас вообще творится. Адника! Дурдом у тебя происходит, что у меня происходит? Когда мы Жека записываем видосы, то дети там у меня под окнами футбол играют, и мячи у меня тут в окно залетают. Адника, Оля! Да, закрой! Ой, Жека, я с гибон не вышел. Так. Оля. Мало того, что эти придурки меня бесят, когда я записываю, то они орут. Так еще вот этот дебил меня тут потроллить решил, да, Жека? Да, Эдисон, короче, тут знаешь, школьники у тебя своровали карточку от дома, поэтому тебе нужно... Так, хорошо, хорошо. Оля, ребята, играем в футбол. Карточка-то у меня, ха-ха-ха, тупой лох, ха-ха-ха. Ай, да сиди сюда, дебил мелкий. Подожди. Чё, будешь мне видосы мешать записывать? Андека, Оля, бейте его, Оля, Андека. Футболисты в 2К17-м. Попался, Майнкрафтер, попался в сетку, ха-ха-ха. Ну ты мелкий школотрон, а ну иди сюда. Не дадим мы тебе видосы записывать, не дадим. Да отпустите меня. Эдисон. Я готов тебя, я тебе готов отдать. Карточку верни, дебил мелкий. Да готова тебе дать твою карточку, ты подожди. Я хочу сыграть с тобой на перегонки. Вот догонишь меня, тогда и я... Какие вы нахрен перегонки? Давай карточку, мне видосы записывать надо. Карточку дай! Не смотри. Нет. Эдисон, ты должен меня догнать. А ну погнали, побежали на перегонки. Давай, догони меня. Давай, догони. Иди сюда, жопашник мелкий. Лох. Давай, догони. Ой. Ладно. Не догнал. Карточку отдай быстро. Лох. Что за с этими спам... Андека! Оля! А карточка-то у меня, ля-ля-ля. Как ты меня за... Бей тебя! Ой! Оля! Давай! Оля, карточку отдай! Догони! Бура! Какая бура? Сам попал! Поймали демоны! Карточку! Заперли демоны! Карточку, мелкий дебил, отдай! Карточку! Ну ладно, держи карточку свою, держи. Все, пошел нахрен! Ладно, молодец, Эдисон, ты отобрал карточку у бедных детей. Бедных детей. Теперь заходи, демонов! Эдисон. Ну? Да, Эдисон, заходи теперь в свой дом и
Тебе нужно срочно записывать видосы наперед. Всё. Потому что мы в Москву как бы уезжаем, да, ты должен записывать видосы наперед. Да-да-да. Так что иди быстрее к себе в комнату, включай комп. Видишь, у тебя тут новый комп стоит вот тут слева. О, нифига вот, себе, так. Новый комп $7000. Жека вот. На связи, Жека. Жеку нужно вызвать. Ну да, ты там, Жека сейчас придет, ты подожди. А чё футбольчик у меня дома делает? А ну, блядь, засранец, уйди отсюда. Я пока тут с футбольчиками разбирайся, да? Ты пока разбирайся. Жек, мне оружие нужно, а то меня сейчас завалит футбольчик этот мелкий. А ты его не бей просто, его не бей. Да в смысле бей, он ко мне домой ворвался, я вообще с полицию вызову. Ты дебила, кусок, сейчас я уберу его, не переживай. Давай, на, паскуда мелкая. Да давай быстрее, Жек, меня закрыл. Все, молодец. Все. И садись и снимай видосы, как бы там начинает там как-то. Ну я Жеку жду, он как обычно спи. Да нет, да запиши один видео. Их не хочу я один записывать. Ну давай, как делишки, ребятишки, там начинают. Мы с Жекой договорились сегодня, ладно. Давай. Да я подожду Жеку. Дебил, сейчас я ему напишу. Дебил! Жека дебила, кусок. Жека. Опять уснул! Просыпайся! Эдисон, давай записывай. Ты записывай. Да я ему пишу! Жека! Да он видео начинай, придурок! Опять трубку не берет! Я не знаю, что делать. Он опять уснул! Ладно, все. Не надо мне больше Жека, сам буду записывать, пускай он там спит. Ладно, раз, два, так, все проверил. Так, да. Как делишки, ребятишки, я с вами снова... Да, Синя, Эдичка, привет, я твоя мама. Мамуля! Я твоя мама Виолетта, привет, сыночек, привет. Ты ко мне в гости пришла, мамуль? Я у тебя с тобой живу. А, с работы. Да, с работы пришла. А я посижу, да, посмотрю, как ты видео. Не, мамуль, не. Вот чаёк можно, просто неудобно, некомфортно будет. А может ты чаёк, ну ты, ну давай. Да, чаёк можно. Да, хорошо, сейчас я принесу. Ты так пока начинай записывать. В смысле, начинай? Ай, нет, чаёчка, мой супчик тебе сделают. Не хочу, мам, нет, мам, не надо супчики. Давай, я тебя всё помассирую. Не надо помассировать, у меня ничего не болит, мам, просто иди, не знаю, там, сериальчики смотри. Мне видос надо записывать, я же в Москву летаю. Хорошо. Так, раз, два. Ай, твою-то мать! Ты не шуми, пожалуйста, уже. Да хорошо, уже поздно, да я тихонько. Тебе нельзя шуметь, у тебя плохие соседи, как блядь, вышли отсюда, поэтому ты не шуми. Мамуль, я шепотом буду, хорошо? Я тебе ремня надаю. Хорошо. Да. Уже поздно, ремень, мне уже 21 годик, поэтому. Да. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт сегодня. Твою-то мать! Открывайте! Андека, бура-бура! Бура-бура! Дверей нету, что открывать! Ты что? Ты что, охренел, а? Ты что, охренел? Чё охренел? Значит, мы живем тут рядом с тобой, за твоим домом. Ты уже на дворе. 10:00 вечера, ты свои видосы записываешь, шумишь. А ну пойдем, мы тебе давай. Где ты там записываешь? Да, показывай. Когда пойдем, вы вообще кто такие, а? Кто такие? Я твой сосед. Мамонать в рот я вас хотел, сосед! Андека, бура-бура. Вот этот твой компьютер, это твой номер. Нет! Сколько он стоит? 10 баксов, оставьте покойте. Успокойся. Нет! Вот этот, да, который... Ах вы суп! Да. В общем, Эдисон, ты лох. Все, вот. Хорошо, до свидания, пошли домой туалет. Ребята, это такой экспериментальный туалет, я хотел просто поговорить. Да, дебила. В общем, Жека, пошли на мой троллинг, пошли. Пойдем. Короче, Жека, кем ты будешь в данной серии? Ты будешь у меня исполнять роль охотника из сериала «Сверхъестественное». У меня там кто-то пукает. Что это тебе кажется? Ты охотник на демонов! Это очень плохо. Тебе нужно будет выяснить, кто пукает. Потому что ты охотник, Жека. Ты убиваешь демонов, призраков. Я боюсь. Ты охотник, в смысле ты боишься? Ладно, я чего не боюсь? Ничего не боюсь. Ты сатану в клетку отправил там на вот этом, в аду. Чего ты боишься? Ты Евгений... А можно мне пушку против демонов? Ты Евгений Винчестер. Все, вживайся в роль. Хорошо? Тут я Винчестер, мне можно мой Винчестер, пожалуйста? Винчестер! Вот, тут ты
спишь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ловушка попали, демоны! Демоны тупые, ловушки тут понаставили свои, винчестеров убивают! Не-не-не-не, все, все же ты не винчестер, ты не дотягиваешь до винчестера, ты будешь просто Евгений Охотник. Нет, спасите! Спасите, помогите! Демоны тут всякие ловушки настроили, так что... Говнюки эти демоны, вот они кто они. Как тут пройти, Эдисон? Ты какой-то опять непроходимый сделал. В смысле Эдисон? Да нет никакого Эдисона. Ты охотник, тебе нужно... Да куда ты тут упал? Ну блин! Ну перепрыгни-то! Смотри! Тут он листва надо было, не могу! Вот перепрыгнул! Вот, да, перепрыгнул! Смотри! Красава! Вот перепрыгнул! Тут блок, можно уберу всё? Охренеть! Подожди! А, ладно, я тебя в тронге тоже потом всё ломать буду, хорошо? Да ну и листву только! Да мне посрать! Всё, давай! Собирайся, забирай свои пушки, тебе нужно идти на охоту. Там о, у тебя задание, работа появилась. Так, охотник, проходи дальше. Дальше давай. Как я тебе дальше пройду, карточку я знаю, карточку найди, ты расследователь, ты детектив, ты должен все расследовать. Понял. Не дурак. Сейчас все найдем. Сейчас Евгений Винчестер найдет. Ты не Винчестер, ты дебил, ты только... Да ёкарный бабай! Да я не Винчестер! Ты только учишься до охотника, никакой себя не Винчестер. Да я уже Винчестер. Нет, ты не Винчестер. Самый великий охотник, где мы? Где? Ищи карточку. Да нет тут никакой карточки, ты меня обманываешь. Глаза разуй. Разул. Они не обутые. Ну... Слышишь, что пукают, все, больше ничего не... Давай, ищи карточку, быстро! Так вот еще. Тут ничего нету. Да? А, нет, тут что-то есть. Да! Ой. Выкинул, все. Давай, так, иди не Винчестер, это на охоту. Да это не Винчестер ты! Давай. Да Винчестер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! А чё? Не можешь его убить? Ну такой-то неуязвимый, походу, зомби. Ладно, оставим его в покое. Ой! Ай-яй-яй! Ай! Бурру, а не бурра. Бурру. Осел. Так. Давай. Охотник, так. Тут произошло что-то необычное. Тебе нужно расследовать это место преступления. Как этот чувачок умер? Так. Мне кажется... Кто его долбанули его вот об этот лёд головой! И он отлетел! Не. Учитывая все факторы. Учитывай. То есть тут внезапно похолодало. Внезапно пахал. Да. Тут тепло, то есть трава зеленая. Так, тут трава зеленая. В смысле трава зеленая? Если в предыдущей локации у нас там весна, ладно, осень, а тут прям неожиданно похолодало, прям неожиданно. Не, в смысле как-то странно, да, что вот трава зеленая. Смотри, свет не работает, свет не работает, видишь, он мигал очень часто. Да. И резко похолодало. Так, значит, здесь произошел какой-то... Что-то апокалипс. Произошло! Какой-то апокалипсис. Ой, никакой себя не охотник, вообще ни хрена не знаешь, Жека. Давай. Я вижу рычаг. Ой, нет, плохой рычаг. Плохой рычаг. Да. Очень плохой рычаг, очень плохой, да? Так, тогда что мне делать? Так же, тебе нужно найти, я тебе охотник, себя никакой, конечно, поэтому я тебе дам подсказочку. Давай. Слышишь, кто-то рычит, какое-то странное место тут. А ну, послушай. Кто-то рычал. Чё, слышал? Так же, тебе нужно... Ой! Чё-то такое было. Ой! Ах ты ж говнюк! Из листвы стреляет! Кто стреляет? С листвы стреляют. Никого там нету. Так, охотник, тебе нужно найти... Ой. Проход дальше, тебе нужно найти оружие. Да. Ну ты заколебал, на полкарты делай же эти лавовую фигню эту свою. Какие на полкарты? Просто беги или слева, или справа. Короче, вот могила, странная могила. Чё охотники делают? Мне кажется, тут дело рук... Скапывать могилы. А могу? Нет. А как тогда? Ну просто тебе нужно как-то в неё попасть. Труп! Ага, тут почта от Эдисона какого-то непонятного. А, да, а что там? Ничего не могу прочитать. А вот... карточка номер 2. Да? Вот так... этот Эдисон, то это послал. Выбирайся, да. Не, я просто предводитель охотника. Давай, выбирайся. А как, я не могу. А, это люк. Все, понял. Так, охотник. Надо тебе еще один сундучок найти.
Да ладно, я так могу, давай. Нет, нет, еще один сундучок надо найти. Вот где-то, да. Ага, да, вижу. Ага, и чё там? Ага, лук со стрелами, ну все, теперь настоящий. Так, охотник, мне кажется... Я лягал вас, ё-моё! Да тихо, охотник. Мне кажется, тут дело рук призрака. То есть, призраки вроде, мне кажется... Ай-яй-яй! Призраки! Где он? Где эта чёртова тварь? А ну иди сюда. Охотник, тебе нужно в следующую локацию. Охотник. Убейте кто-нибудь эту тварь! Охотник! Охотник, тебе надо убивать призраков. Единственное, где я телепортируюсь. Хорошо. Так. Охотник, бей призраков! Я не могу, я не вижу, где они. Как их убить-то? Я меня пройти не могу никуда, они мне сталки бьют. Придурки тупые. Охотник, пошли в жопу. Охотник, стреляй, у тебя тут есть подсказочки, куда тебе надо стрелять, куда тебе бить. Бей призрака! Мама мия! Я жду мию! Да сдохни ты! Охотник, надо! Да умри ты, падла! На. Охотник, ты их бить можешь? Да не могу я никого бить! Можешь, вот одного убил, молодец! Да? Охотник, тут призраки, очень много призраков! Да, бей их, бей! Бью! Охотник, у меня стрелы закончились! Ведущий, мне нужны стрелы срочно! Тамада! Охотник, тебе нужно найти заклинание из трех частей на латыни. Да и какой-то дебил меня бьет невидимый. Где он? Покажите мне его. Давай. Охотник, тебе нужно найти заклинание. Ага. Читаю. Не-не-не-не-не-не, сначала нужно найти три части, потом вместе. Тут дело призраков, то есть если ты не знаешь, что когда резкое похолодание, когда свет мигает, то это означает то, что появились призраки, да? И тебе нужно найти заклинание, как давай, обычно. Давай, я нашел три. Да, проверь, все там нормально. Да. А ну, прочитай. А ну, посмотри сначала. Там точно? Подожди, а следующая книжечка? Локомотор и блипа. Еще одна, следующая. Жопа-пупулечка. Значит, это не та. Это фейковая. Ой! Ой-ой-ой! Призраки тут балуются. Надо прочитать заклинание, чтобы избавиться от призраков. Давай, Жека, давай. Да иди нахрен, лава тупая! Тебе еще одно заклинание, еще призраки сейчас вернутся, я тебе отвечаю. Да ну не могу найти. Призраки будут возвращаться. Давай так, быстро. Ага, нашел, молодец. Все, читаю. Иди сюда. Не, нужно встать на блок вот этот. Хорошо. Подожди, нужно сделать это вот так. Да. Так. Да, сейчас, подожди. Читай. Заклинающий призраки еще вернутся, Жека, давай быстро. Аве деминикум, инсендио клопутрус кидавра, локомотор вибли партис темпорус протего, редактум скулус экстус эмпро фрипенда дуо. Ой-ой-ой, Жека, мне кажется, ты не то заклинай, прочитал, тебя демон вселяется. Жека! Жека! Ой! Жека? Кровь в мозге. Какая мозги? Ты? У тебя демон целился, а не зомби. Да, демон, все крушить, ломай. Ой-ой-ой, так, Жека. Дайте, только сломаем эту дверь. Где так, кто? Давай, мамуля. Здравствуй, мамуля. В смысле, мамуля, твоя мама? Я не могу ее убить. Она не бьется. В смысле не бьется, потому что бать лагает. Мое стекло. О, папуля, здравствуй, здорово, но тебе по башке. Жека, с тобой что-то не так, как я понял, да? Да, тебе по башке дубиной. О, что тут еще? О, дети, как я люблю. Это подписчики твои, подписчики пришли. Че ты подписчиков бьешь, Жека? Всех детей бьют. Иди сюда. Да. Жека, с тобой точно все в порядке? Это подписчики твои были. Просто великолепно. Да, куда мне надо дерево? Ломаю дерево. Иди домой, поспи к маме, иди к маме, а может она что-то хотела тебя попросить? Мамуля. Здорово. На по башке. Какие по башке? Жека, с тобой точно все в порядке? Да, с тобой просто великолепно. Сдохни. А ну, Жека, пошли сюда, пошли. Сдохни.
Жека, с подписчика ничего не выпало. С подписчика ничего не выпало. Все будут гореть в аду, будут гореть все. В аду будут все гореть, все будут гореть в аду. Убью всех нахрен. Жека, Жека, надо от этого избавляться, Жека. Жека, ты попал в демоническую ловушку. Жека, ты попал в демоническую ловушку. Тебе нужно избавиться от этого, одержимости демона. Нужно избавиться, Жека. Жека, читай заклинание задом наперед. Какое заклинание? Заклинание задом наперед читай, чтобы избавиться от этого зависимости, одержимости. Читай, то навсегда демоном останешься. Питрап Илбив Ротмот Мокол. Еще одну книжку, а то не избавишься. Жека, читай. Ясип. Какой Ясип? Какой Ясип? Ай, нет, это тупая книжка. Так, подожди. Жек, ты чувствуешь, что тебя демон исходит из тебя? Жека, еще одну книжку прочитай, мне кажется, демон себя будет уже исходить. Выгоняй его, выгоняй! Тушься, Жека! Ах, член, пуля! Выходит, вроде выходит! Жека, выходит! Ой! Вышел! Вышел! Вышел. Ой, что там взрывается. Вышел, Жека! Что это было? Ой, офигеть просто. Капут. Что это за троллинг, что ты для меня сделал? Жека, тебе реально демон селился, да? Ладно, Жека. Ты такими меня наркотиками накачал, что это было? Жек, мне кажется. Да, ты справился. Ты выгнал демона, но не все так просто. Так как, учитывая то, что это сверхъестественное, да? Мне кажется, братья Винчестеры все же тебя заметили. Они тебя заметили, поэтому они демонов просто так не оставляют. Поэтому, Жека, отбивайся! Но я же не демон! Поздно! Послушайте, я нормальный, сиська рубкая. Конечно. Ладно, вы тут разбеляетесь с этим демонюкой, а я пошел заканчивать эту серию. Помогите. Давайте, валите на демона проклятого. Вранье. Ой, все. Больше, Жека, не демон, 100%. Ой, здесь мне это горло болит, тебе голос сорвал, твоего демона. Ладно, Жека. Я своими троллингами. Да, ну немного. Ребят, в принципе, как мы говорим, каждую серию ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайк наберем, тем больше серий будет выходить. И да, ребята, я вас всех убью, да, ла-ла-ла. Всех уничтожу, комментарии, пишите подписки, все. Да нахрен этот троллинг пошел в жопу, если ты говно, умри, паскуда. Ой, демон ненормальный, все, ребята, надо опять Винчестера звать. Большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.